Лишиться автомобиля прямо на дороге отныне рискуют злостные неплательщики штрафов. Теперь помогать сотрудникам ГИБДД будут судебные приставы. Теперь в счет уплаты штрафа у автомобилиста могут изъять и запасное колесо, и магнитолу, и даже сам автомобиль. Но это в Москве. Как борются с неплательщиками в Реутове, узнавала Ирина Романова. Штраф – обычное дело. У большинства квитанция на 50 рублей, так и пылится в бардачке в ожидании следующей. Момент, как правило, не заставляет долго ждать. Жестом сотрудник ГИБДД указывает на обочину. Стандартной проверки документов оказывается недостаточно. Водитель проходит в машину, чтобы составить протокол. Безопасности. А сколько? 10 дней, чтобы подать апелляцию, еще 30, чтобы штрафы платить, если с вердиктом согласен. В день автоинспектор оформляет десятки таких протоколов. Люди разные бывают. Кто-то оплачивает, кто-то не оплачивает. Мы боремся со всеми мужчинами, в том числе со злостными неплательщиками. Каждую машину пробивают по базе на предмет угона и других неоплаченных штрафов. Роман, 90. Информация вся. Если таких квитанций несколько, сумма предыдущих штрафов удваивается. На столе у инспектора по исполнению административного законодательства целая пачка таких документов. Вот они все материалы идут в суды такие. Помимо двукратного увеличения штрафа, там предусмотрен еще административный арест на срок до 10 суток. Такие нарушители немедленно доставляются судьям для принятия решения. Таксист Юрий Супронин как таким карательным мерам не готов, хотя штрафы частенько коллекционирует. Если честно, конечно, все это забывается, ложится там документы, оно лежит, пока мисс уже начинает не стоять по повестке. Да. Напоминание. Да. А потом, когда пробивает, он, допустим, меня один раз остановили и пробили права, тогда пришлось платить, естественно. Ну, 10 суток, да, за мелкие штрафы, мне кажется, это жестоко. Жестокая сама процедура оплаты штрафа, считают водители. Квитанцию сначала нужно оплатить в Сберкассе, потом непременно предоставить подразделение в ГИБДД, которое наложило штраф. Потому водители часто предпочитают разобраться с инспектором на месте. Судьи пытаются усовершенствовать систему карательными мерами. Аресты даже в Реутове становятся частым явлением. Ирина Романова, Максим Горелов для городских новостей.